Я банан посадил, и теперь противные мне стали ростки бурьяна. Мастер ученика взрастил, и теперь все бойцы ни о чем. Приветствую вас, лютые тиранозавры, с вами Федорович. А мы сразу начнем с самого важного и серьезного. С защиты того единственного места, где мы можем чувствовать себя богом и властелином мира, которое никому и никогда нельзя отдавать, нашего дивана. Без моста на другой берег не переправиться, а без секретных приемов диван от бабули с ножом не защитить. Ведь наверняка у вас не раз случалось, когда вы сидите с кентом на диване, успешно уничтожая пятую баклажку пива, а тут забегает бабуля с ножом и требует освободить место для просмотра 347 серии любимого сериала. Вот именно тогда вам и пригодятся эти приемы. Пока вам хихоньки да хахоньки, в мире мастеров намечается настоящая революция. Неоспоримый авторитет Чхарька под угрозой. Появился мастер, который претендует на его славу. А возможно затем захочет и убрать такого грозного конкурента с пути. Беда не приходит одна, как и мастер. У него всегда есть преданные ученики, ибо без них мастер не мастер. Но есть великие воины, авторитет которых видно с первых движений ударов. Поэтому они, как гордый павлин, ходят в одиночестве, поражая весь мир своей смертельной техникой. Нельзя откладывать женщину на завтра, если она легла сегодня, а изучение приема тем более. Если для вас эта техника показалась слишком сложной, что неудивительно, я вам сейчас дам очень простой прием, который вы всегда сможете применить в целях самообороны на улице. Кручу, верчу, замочить хочу, руки опускай, голову подставляй, удар димак получай, в нокаут улетай. What you see, what you feel. I saw everything. It was like a white and a black. That's your life. Yeah. What he's saying is he saw the white and the dark. When I hit, the nerve runs faster than the blood. Okay, nerves are instant type of a messaging. It's like a split second. Okay, when I dug in the other hand on the blood systems, the arteries going up into the brain, as I did that, that's caused the blackening, but the white's going to come first because the white, the nerve messaging moves faster than the blood can transmit what's happening to the body. Если хочешь довести человека до склероза, дай ему денег в долг. А если хочешь убить, просто узнай секретную точку на шее. Сейчас я вам покажу эту секретную точку, которую смогут использовать не только уличники, но и спортсмены на борьбе в зале. Я держу его руку здесь, потом закидываю ногу сюда, потом сюда. В общем, это все не важно. Главное, дать ему пяткой в шею. Все, он труп. Если все вокруг дураки, значит вы центральный. А если на вас нападают с палками и ножами, значит вы великий мастер, который довел людей своими баснями. Сейчас я покажу вам, какой я крутой мастер. Ведь я один уничтожал целые армии, которые нападали на меня с копьями и мечами. Поэтому палка и нож для меня вообще ни о чем. Конечно, кроме моей уникальности, суперскорости, божественной реакции и суперсильных энергетических ударов, от которых падают все мои ученики, даже когда я просто бью по руке, главной фишкой всех приемов, конечно же, являются мои преданные балбесы. Только когда ваши враги будут нападать медленно и останавливать оружие за 10 сантиметров до цели, ну чтобы вы могли сделать любой невероятный прием быстро, вы сможете показать такой же мега уровень, как и я.
Если для вас, как для начинающего мегамонстра, это все как-то слишком сложно, тогда просто изучите этот универсальный прием, очень простой и надежный, и вы всегда сможете защитить себя от ножа. Братва, это элементарный прием. Все, что вам нужно, четко попасть стопой по кисти с ножом, потом закрутить своими пальцами ноги его кисть и повалить на землю. Все, это элементарно. Без обыкновенных людей не бывает великих. А если вы настолько великий, что против вас используют уже пистолет, тогда этот прием вам наверняка поможет. Мужики, нет ничего проще, чем защититься от пистолета. Нужно его просто схватить, а дальше по обстоятельствам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, что будете изучать сначала, защиту дивана или кунг-фу. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы там же по ссылкам в описании. Также подпишитесь по ссылке на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Защита. Нога где-то. Раз, два. Переваривай. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так!